Вот вы зашли в мой сад. Приветствую всех на моем канале. Решила говорить и по-русски, потому что много русскоязычных людей. Смотрите, цветут. Смотрите, какая краса. Сейчас по отдельности покажу. Сегодня совсем зацвели. Почти все. Гордость сада. Вот такие тюльпаны. Один сломился сегодня. Сажала ж его вон у ведро посадила. Иначе ж не посадила, поставила ведро. Вон эту. Иначе ж... На землю падают, они ж не держатся. Видите? Какие красавцы. Желтый, оранжевый, разный. Сниму только тюльпаны. А вот они. Их сегодня столько нарасцветало. Как их каждый день не будут снимать, если они с каждым днем все сильнее и сильнее расцветают. Вот, смотрите. Вон, вон. Столько их. Вон такие же желтые. Вот они, красавцы. Вот сиреневый, такой красивый. Вот такие. Вот какие с голубизной. Красные получились в центре. Прям центровые. Такие. Распускаться будут. Вот они тоже такие же. Дождик заходил, заходил. У нас и грымало, и так и не пошел. Смотрите, они падают, они ж под тяжестью своей падают. Вот тоже красивые такие. Просто обалденные. А пахнут они, как сирень. Вот запах сирени у них. А вот он. А вот они. Какие. Красавцы. А вот они тоже с бахромчатые. Вон. В том году большие были. В этом году один вон всего остался. Их же много было. Не, ну не один же точно. Он желтый дальше. Вот и провела вас. Ну как же не снимать. Вот гортензия уже пошла в рост. Это в том году посаженная она. Вот, смотрите, я так сейчас сниму, вот вам видом таким большим, вот крупным. На той стороне много, но не пойду на ту сторону, там много тоже уже расцвело. Хай в следующий раз, хай еще больше расцветают. Я вам тогда их сниму и покажу эту всю красоту. Но этот, конечно... Пионовидный, вот красавец, просто красавец. И тут здесь еще то он один там, он сидит у том, надо его оттуда пересадить. А теперь до собаки ходим, а он там остался. Прямо под... Вот. И в мой двор пришла весна. Вот целый ряд их. Тоже сажали, ну, какие купила. Не, ну, она заказывала их. Ну, пришли, конечно, не такие, как тогда сортовые у нас были. Вот, по один, там два их осталось, а три остальные где-то пропали за этот год. Уже зимой, видно, вымерзли. Ну. Спасибо, до свидания.